Подготовленный грибной фарш обжариваем на растительном масле. В рыбный фарш добавляем яйцо, майонез, муку, соль и перец. На пищевую пленку выкладываем рыбный фарш в виде прямоугольника ровным слоем. Сверху распределяем грибной фарш. Такой рыбный рулет с грибами украсит ваш новогодний стол. Приятного вам аппетита! Грибы и лук пропустить через мясорубку. Грибной фарш обжарить на растительном масле, посолив и поперчив по вкусу. Филе рыбы и чеснок также пропустить через мясорубку. Затем добавить одно яйцо, муку, майонез, соль и перец. Хорошо перемешать. На пищевую пленку выложить рыбный фарш ровным слоем. Сверху распределить грибной фарш. С помощью пищевой пленки фарш завернуть в рулет. Рыбный рулет с грибами смазать взбитым яйцом, переложить на противень и отправить в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 20 минут.